и сомкнулось небо с землей. Лик солнца закрылся гарью и черной пылью. И боевые кони без воинов-батыров с диким ржанием уносились с поля брани. Враг был повержен, но наша победа добыта дорогой ценой. Потерял я в этом великом сражении многих своих славных, верных богатырей. Қақанға кіріп қайрылып қағырылып отырған, қабыландан айдылып жалғызым тақыры жоқ сопын болып келатам. Мүйізімен айрылып мен тоқыл ғана болып келесам. Жағақтардан айрылып жаңғызған бейдімді көрбей шығып келатам ұғыстан ақжанымда. Қанаған алда қанаған әндерге. Жасыйлап, абышқа қарып, қошыйлап, үйгіп жоғылып тұрғанда, мұны шонда береке, о, қарағана. Застегнись, сынок. Холодно, простудишься. Мой папа батыр, да, мам? Батыр, да? Ну, конечно. Мама, а почему Манас не придет и не побьет всех фашистов? Манас жил давным-давно, сынок. Жаль. Но вместо него воюет твой отец. Правда? Правда. Мама, а я когда вырасту, тоже стану, как Манас? Станешь, сынок. Мама, посмотри, вон там, на луне сидит ведьма. Что? Какая еще ведьма? Настоящая сидит, да песчинки считает. Ох, и выдумщик ты, сынок. Раз мне не хочешь поверить, так спроси у дедушки Бурхана. Он мне рассказывал, что с давних пор на луне сидит ведьма и считает песчинки. Вон там, видишь? Там, где вот черная, это огромная куча песка. Ведьма поклялась, что когда пересчитает все песчинки, она спустится на землю и всех убьет. Что ты говоришь? Но каждый раз, когда она кончает считать, прилетает маленькая ласточка. И снова перемешивает весь песок. Ведь правда ласточка хорошая птичка? Замечательно. Мама, а вдруг ласточка опоздает? Не дай бог. Не дай бог, сынок.
Аркинта, радуйся! Письмо пришло! От твоего отца письмо пришло! Слышь, радуйся! Да, папы! Ну, выходи же скорее! Письмо же! Держи. Потом расскажешь, о чем он пишет. Ну! А, вот видишь, я же тебе говорил, обязательно придет, а ты все беспокоился. Поздравляю тебя. Поздравляю. Сейчас мы с тобой поглядим, что он тут тебе пишет. По-моему, это очень интересное письмо. Только вот грамотей из меня неважный, да и тебе прочитать его еще трудновато. Старый-то малыш, что с нас возьмешь? А? Верно я говорю, малыш? Ты вот что, беги маму порадуй. Давай. Война же. Главное, что пришло. Читай. Читай. Здравствуйте, мои любимые, дорогие мои. Асылкан и Эркинтай, ваш муж и отец шлет вам далекого фронта горячий солдатский привет. Как вы там? Живы? Здоровы? Не голодны? Не болеете? Что нового в Аиле, в колхозе? Привет всем землякам. Асылкан, дорогая, ты, конечно, много работаешь в колхозе, ну и правильно. Тяготы войны надо делить со всеми. Иркин, сынок, ты, наверное, уже большой джигит. Будь умницей, помогай маме. Ты ее единственная опора. И пиши мне, хотя ты же еще не ходишь в школу. Мы насмерть бьемся с фашистами. Что и говорить, враг силен, но мы разобьем его. Не сомневайтесь. Отстоим нашу родную землю. Обо мне не беспокойтесь, жив-здоров. Целую вас. Может, еще что-нибудь? Полевую почту сообщил. Передает привет всем соседям. Больше нет ничего. Спасибо ему за приветы. Это хорошо, что Шатман о земляках своих не забывает. Да хранит его Бог. Надо написать ему ответ. Пусть он будет от всех нас. Анапиен, пиши ты. У тебя это лучше всех получится. Может, Эркинтай все-таки сумеет? Да где же ему? Может, все-таки попробует. Он только на будущий год к Анапиен в школу пойдет. Бог даст, к этому времени кончится война. Вернется его отец. Он вернется. И не надо будет писать ему письма на фронт. Завтра я пойду в школу и научусь писать и читать. Нет, вы только послушайте его. Мало ты еще, не возьмут тебя в школу. Все равно пойду. Ну и прямо же ты. Как осел, да? Как отец, сынок. Когда садишься за парту, шапку надо снимать. Ты что, не знаешь? А почему ты не снимаешь? Ишь ты, пришел, сел ко мне на парту. Кто тебя звал? Уходи отсюда. Не трогай его, слышь. Мы друзья с ним. Нашел, с кем дружишь. А вот и нашел. И замолчи. С кем хочу, с кем и дружу. Я тоже твой друг. А ты не примазывайся.
А я не примазываюсь. Учительница идет. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Она Пейджи. У нас новенький. Какой новенький? Вон там. На последней партии. Тихо. Сиди там. Сядь прямо. Ага, это ты, Иркин, пришел. Значит, все-таки решил учиться читать и писать? Буду учиться. Когда говоришь с учительницей, надо встать. Конечно. Ну вот и молодец. Станешь стараться, очень скоро научишься. Да, чему он научится, такая малявка? Ты-то научился? Писать умеешь, а? Умею. Ну, иди к доске. Да, посмотрим, что он умеет. Ладно, посмотрим. Это все? Неужели ты научился писать всего одно слово, Ася? Ну, садись. Ты, Анарбек. Тоже все? Вот видите, ребята. Оказывается, мы с вами почти еще совсем не умеем писать. Придется нам подтянуться. Если постараться, то через 2-3 месяца мы научимся хорошо писать. Садись, Анарбек, положи меня. Ты куда, Ирки? Постой. Думал, сегодня научусь. Время зря потерял. Мама! Вороной пришел. Что? Какой вороной? Ну, наш вороной. Сам пришел. Возле сарая стоит. Сена просит. Я пойду. Воронова к реке напоить, а? Ай, сынок, ты бы отвел его на конюшню. Ну ведь знаешь сам, дядя Абдрай теперь на нем ездит. Ну чего нам с ним ссориться? Ну, мам, я прошу. Ну, мам. Ну ладно. Иди ко мне!
Иди, нищу эту скотину, он вон где. На! На! Я твой хозяин, я! Я тебя не надо, это папа конь! Ирайся по-хорошему, папин! Чтобы я тебя рядом с ним не видел! Комбар, только баб сторожит. Ну, опять мальчишки лошадь увели. Ну что, бабы, что тебе бабы сделали-то? Да что, ладно, бабы, ну чего вяжешься? Я про баб слова худого не сказал, я про комбара сказал. Чего ты на людей кидаешь? Да я же дело ему сказал. Дело, дело, ты о деле не говоришь, а как ты плывёк лаешь. Верно, совсем как дверь стал. Да, хватит, надоело, окружите. Да вы бы день языками малой. Лишь бы не работать. Совесть вы потеряли. Мне, что ли, ваша работа нужна? Ладно. Чтобы сегодня же весь навоз вывезли в табачные парники. Понятно? Ага. На. Какой начальник выискался? Вот и начальник. Пошел уже, я знаю, что делать. Вот как бывает в жизни. Такой хороший парень был, а теперь злой, как дьявол. От горя он это, Румкан. Все наши мужчины воюют, а он тут с нами в тылу сидит. Так кто ж его хорового на фронт возьмет? То-то оно. Тетушка Румкан, а что у него с ногой? Ты, девочка, был у нас праздник большой перед самой войной. Ну, понятно, козлодранец. Схватился Абдрай с другом своим хатманом. Тот и сбросил его с коня. Вот и стал Абдрай инвалидом. Thank you.
конем. А ты умеешь писать? Не умеешь он писать. Умею. Врешь! Ой! Сам научился. Если его не верите, пойдем посмотрим. Вот пошли, пошли, мы тоже пошли. Посмотрим, у кого лучше слово папа получит. Смотрите, ребята, он АПА написал. АПА, мама. Ну и что, что АПА? Буду мама вместо папы. Так АПА это мама, а не папа. Вот как надо. А, та. Я уже написал. Я тоже. Видишь? У меня есть. АТА, АТА, АТА. А ты чего не написал? Моего папу фашиста убили. Ну пошли, ребята. Пошли. Эй, Курал! А ты чего? Не только тебе черное письмо пришло. Пойдем. Здравствуйте, Бурханата. Ага. Абдрай. Что это ты на ночь глядя? Дело ко мне какое-нибудь. Прямо не знаю, как и сказать. А ты говори, как есть. Что молчишь? Это что за камешки? Эти камешки ведут счет радостям и горю, жизни и смерти. Вот здесь, в белом мешке, их столько. Сколько храбрых джигитов из нашего аила ушло на войну. А в черном столько, сколько джигитов уже никогда не вернется в родной дом. Ну, тогда положите еще один камешек. Черный мешок. Кого еще? Унесла смерть. На шатмана пришла похоронка. Какой он человек был. Еще в один дом пришло горе. Председатель сельсовета сказал. Сам приедет сообщить. А сколько еще будет похоронок? Будь она проклята, война. Больше не желаю вести этот страшный счет. Возьмите, на подъем пошли, что вы как сонные мухи. Майраш! Отдохнешь дома. Пошла! Пошла!
запрягай быстрее. Скорее. Ну, как ей сказать? Да, трудно тебе, председатель. Не трудно, невыносимо, как будто в свою семью горькую весть принес. Что поделаешь, кому-то ведь надо ей про это сказать. А может, ты, дедушка Бурхан, очень тебя прошу. Асылкан. Да, Асылкан. Да, Асылкан. Асылкан, это наше общее горе. Успокойся, Асылкан. Успокойся. Наказание. Ну, хватит, хватит. Нет, как можно? Мы его отправили с ребятами за хворостом. Бедняжка. Ради бога. Я вас прошу. Ничего не говорите Эркину. Конечно, конечно. Пусть он знает. Потом... Я ему сама скажу. Я вас прошу. Не говорите сыну. Не надо. Thank you.
Как поживаешь, бабушка ведьма? Какое твое дело? Я раздороваюсь с вами. Со мной здороваешься? Да кто ты такой, чтоб со мной здороваться? Я топчусь по песку. Бабушка ведьма, чего ты с песком всего лишь? Пожусь от того, что люблю. Каждый из этих песчинок по человеческой судьбе заключено. И все у меня в руках. Бабушка, а ты не хочешь спуститься на землю и убить всех фашистов? Ха-ха! Думаешь, ты хитренький, а? Ты что, испугалась? Так и ты с ней заодно выходит. Так пускай ваша земля станет кладбищем. Еще не пришла с работы? Пока нет, но скоро должна прийти. Ты бы к ее приходу чайник поставил. Ой, я сейчас. Теперь совсем другое дело. Мама придет домой усталая. Увидит и обрадуется, что у нее сын такой заботливый. Постой-ка. Постой. Зачем же я к тебе пришел? А? Вспомнил. Ты же мне обещал письмо к отцу прочитать. Читать? Сразу? Угу. А чего ж тянуть? А, вот. Папа, я шлю тебе горячий привет. От наших. От нашего Аила.
от наших гор, от деда Бурхана. Мы живы, здоровы, сыты, одеты. Скоро придет лето. Как ты там живешь? Как воюешь? Скорей бы разбил врага и вернулся с победой. Да, у хорошего отца и сын всегда хороший. В следующий раз я напишу еще лучше. О, ты написал замечательное письмо. Здравствуйте, дедушка Бурхан. Ага, здравствуй, Асылкан. Здравствуй. Ты что же, сынок, дедушку не угощаешь? Стол не накрыт. Чайник, правда, догадался поставить. Мы тут с Иркином очень важным делом были заняты. Совсем про угощение забыли. Поздно ты сегодня. Готовим подарки для фронта. После работы по селу ходили. Вот и задержалась. Хорошее вы дело задумали. Мам, а мы тоже приготовим подарок папе? Да, сынок. Да, доброе дело. Ну, я пойду. Своей старухе скажу. Для нашего Назаркула пускай подарок приготовит. Посидели бы с нами, чаю бы попили, дедушка. Нет. Чай я попью в другой раз, а сейчас побегу старуху обрадую. Ну, сынок, ты приходи ко мне, не забывай. Ладно. Ну, до свидания. Мама, а что мы пошлем в подарок папе? Что-нибудь придумаем, сынок. Ты-то что, Амбе? Господи, что с тобой сделала война? Ух ты, ты Неужели вернулся? Мама! Где отец? Сынок, что с тобой? Он приехал. Что? С чего ты взял? Он арбой отец приехал. А мой когда приедет? Сынок, объясни толком. Я говорю, он арбой отец приехал. А мой когда? Ничего. Да, конечно. Ничего. Ничего. Дядя, ты что, он бегает? Здравствуй. О, здравствуй, Джиги. Ты чей? Я сын Шатмана. Дядя, ты что, он бегает? Вот как, сын Шатмана. Ты чего плачешь? Мы приехали, а мой папа нет еще.
Приедет твой отец. Обязательно приедет. Я же сказал, обязательно он приедет. А когда? Приедет. А можно мне дома? Это мне отец привез. Да всего разух. На, только слюней не напусти. Хватит тебе. Пусть тебе твой отец привозит. Скажите, а Гитлер это ведьма, да? Он хуже всякой ведьмы. Он самый настоящий людоед. А он к нам откуда пришел? С Луны? Нет, Эркин. На Земле он родился. Появляются иногда на белом свете такие чудовища. У него что, и мама есть, и папа? Есть, Эркин. А у него и дети есть? У таких чудищ детей не бывает. А разве можно, чтобы он со своими фашистами только зла людям сделал? Нельзя, Эркин. Никак нельзя. Потому и воюет с ним наш народ. Потому и отец твой на фронте. Ну-ка, пойдем побыстрее, а то на урок опоздаем. Шевелись! Не растягивайся! А ну, вперед! Бегом! Быстрее, бегом, бегом! Быстрее, 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 быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! А ну, прибавьте! Так. Не растягиваться! Бежать, 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 бежать! Вот. Эркин, ты о чем размечтался? Извините. Все, класс, разойдись. Возьми винтовку. На тебе! Командира убили! Всех не прибьете! Не прошел.
Аркентай, что ты вздыхаешь? Не заболел? Нет. А что ты такой угрюмый весь день? Так просто. Мама! А где утренняя звезда? Уже встал. Беги оденься, а то простынешь. Или поспи еще немного, пока я вскипячу молоко. Мама, ну а где же утренняя звезда? Утренняя звезда утром закатилась. Зачем она тебе? А почему мне ее не показали? Ты спал. А как же папа обещал? Ему некогда, сынок. А когда ему будет, когда? Не морочь мне голову, а то у меня мозги от твоих вопросов киснут. Мам, а где папа? Он на перевале. А когда он придет? Скоро. А когда это будет скоро? Опять ты заладил свое. А ну-ка беги быстрее одеваться. Быстро. Мама. Да. Мама, а чего твои мозги из молока? Что ты говоришь? А почему они у тебя киснут? Хорошо получаются буквы. Я подумал, что тебе будет на войне трудно прочитать их, и не стал посылать. Я очень стараюсь, и теперь умею писать буквы хорошо. Это письмо я тебе обязательно пошлю. У нас уже весна, а у тебя? Или на войне весны не бывает? Скоро в школе начнутся летние каникулы, но мы будем работать, чтобы помочь тебе побыстрее победить врагов. Мы с мамой живем хорошо, только мама ходит скучно, плачет. Ты не думай, это не из-за меня. Я ее слушаюсь и помогаю ей, как ты велел. Папа, поскорей побеждай фашистов и приезжай. Мы тебя очень-очень ждем. Твой сын Эркентай. Ура! Эркин! Эркин, пошли ловить суслика. Некогда мне. Все письма пишу, мои лунные ведьмы. Не надо, ребята, отдай! Отдай, я пишу письмо. Да, возьми, возьми у меня, возьми. Отдай, возьми. Что отдай, возьми, на тебе. Возьми, возьми. Отдай, возьми. На. Отцу пишешь, а он давно убит у тебя. Все это неправда. Отец жив! Он вернется! Аркин, да не верь ты этому болтуну. Что ты, о Нарбае не знаешь. Да придумал он это. Thank you.
Да мне перед детьми, перед женщинами стыдно. Будто я от войны прячусь, как трус какой. Не дури. Но кому придет в голову обвинять тебя в трусости? Все же понимают. Да, ты бы видел, как они глядят на меня. Айркин, сын шатмана. Да у него такая ненависть в глазах. Ну, вроде я для него хуже фашиста. Ребята, мы с вами уже научились читать и писать. А сегодня на уроке мы будем с вами писать письма на фронт, как Эркин. Мы начнем свое письмо со слова «папа». А потом пусть каждый из вас напишет то, что он хочет сказать своему отцу. Понятно? Понятно! Будет так и дальше работать. Без урожая не останемся. Ты что ж не здороваешься? Здравствуйте, дедушка Бухан. Здравствуй, Эркинта. Здравствуй, Джигит. Дядя Абдрай, здравствуйте. Здравствуй, сынок. Здравствуй. Куда же ты торопишься? Несу на почту письмо папе. О, вот это ты молодец. Молодец, парень. Садись. Вороной тебе мигом домчит. Да,